Вітаю всіх, хто разом з нами. Я Вікторія Федоренко. І в ефірі програма «Екологія успіху». Карантин. Життя, яке розділило нас до і після карантину. Чи вміємо ми психологічно справлятися з панікою і допомагати собі та близьким? Дивіться далі у програмі. Фатальні наслідки пандемії коронавірусу вже зараз порівнюють із лихом від чуми та віспи за доби відродження і середньовіччя. Інфекція нещадно косить людське життя, ламає сім'ї, зупиняє розвиток економіки. Але найбільшого удару, на думку науковців, як не парадоксально, завдає по психологічному стану суспільства. Люди важко переживають втрату близьких, втрачають впевненість у завтрашньому дні, частішують випадки домашнього насильства, статистика засвідчує зростання кількості розлучень. Перебування в обмеженому просторі шкодить соціалізації дітей, літні люди почуваються більш самотніми. Світ вже ніколи не буде таким, як раніше, вважають учені. Настанови епідеміологів сьогодні відомі всім, а от як опиратися депресії, зберегти гармонію у стосунках і лад у душі? Цим питанням люди переймалися і раніше. Приміром, герої класики італійської літератури Джованні Боккаччо 10 днів поспіль тішили одне одного пікантними історіями. У стародавні часи можновладці і лікарі взагалі намагалися не помічати епідемію, щоб не відволікати від неї людей і не сіяти паніку. І попри страшні людські втрати, світ ставав досконалішим після подолання смертельних хвороб. Так пандемія чуми закінчилася кризою кріпосництва, мораторієм на війни і стрімким розвитком медицини. Пандемія віспи у 15-17 століттях посприяла колонізації і розвитку нових земель. Гонконгський грип минулого століття спонукав по-іншому поставитися до масової вакцинації. На часі пандемія коронавірусу і поступовий вихід із карантину. І ми маємо знову стати сильнішими, ніж були раніше. Введення карантину змінило життя всіх і, безперечно, вплинуло на психологічний і емоційний стан кожного. Хтось падає у відчай. Хтось втрачає бізнес і роботу, когось переслідує смертельний страх, і більшість із нас втрачають ґрунт під ногами. Що відбувається, коли люди замкнуті, коли вимушено сидять вдома, і як пережити кризу, впоратись із емоціями та знайти рівновагу? Ми говоримо з відомим психологом Дмитром Поповим. Дмитро Дмитрович Попов – кандидат психологічних наук, експерт-профайлер визначення і складання психологічного портрета особистості, експерт психодіагностики і візуальної верифікації нещирої поведінки, експерт-поліграфолог Всеукраїнської асоціації поліграфологів. З 1998 по 2004 рік проходив військову службу в Службі безпеки України як психолог-переговорник, а з 2004 по 2008 проходив входив службу в зовнішній розвідці як психолог-експерт. Вітаю вас, пане Дмитре, в нашій студії. Спасибі, що ви завітали в цей нелегкий час. Ви, як людина озброєна секретами психологічної рівноваги, що порадите? Як ви відноситесь до карантину? Ну, если говорить о самом карантине, то, конечно же, негативно, потому что это ограничение прав, свобод, и это не совсем адекватное воздействие этого вируса, который смертельным, например, как оспа, чума или сибирская язва, не является. Но поскольку государство его ввело, и мы обязаны, как законопослушные граждане, его выполнять. Ну, зрозуміло, що слоган «Сиди вдома», він звучить звідусюди, смски приходять на телефон, МОЗ передає інформацію про кількість хворих. Скажіть, будь ласка, ці слогани хто придумує? Для чого вони? Вони викликають якесь занепокоєння чи навпаки радують? Чи дратують, може? Ну, я думаю, что слоган «сидишь ты дома» и дальше еще нецензурная лексика, я думаю, что он, конечно, раздражает. Но и лозунги «мы все умрем» или «святая Марля» тоже большого позитива в жизнь не вносят. Поэтому ну, слоганы, они, безусловно, имеют воздействие на маркетинг «никто не отменял». И Виктора Пелевина наверняка читали многие. Имеют воздействие на психику, и, конечно же, они больше несут такую... я бы сказал, давление определенное с созданием необходимого паттерна поведения. Вот кому необходим этот паттерн поведения, это уже большой вопрос. Ну, через карантин сім'ї зачинені вдома. І зрозуміло, що збільшується кількість розлучень. Наскільки важливо зрозуміти, що це маячення один перед одним, воно непросте. Як зберегти сім'ю, як зберегти, які поради ви дасте?
Ну, сначала я скажу небольшую свою практику работы, потому что за время карантина ко мне обращались достаточно большое количество семейных пар. У них есть определенная закономерность. Все пары, которые обращались ко мне, у них не было детей, и они были вдвоем на удаленной работе и вдвоем в малогабаритной квартире. То есть вот такая получается, ну, грубо говоря, камера, и в ней два человека, да, видя однокомнатная, как правило, видя друг друга 24 часа в сутки, и вот это является основным раздражающим фактором. То есть, на мой взгляд, и исследование, диагностика это показывает, что люди, когда выбирали друг друга в партнеры, делали свой выбор на основании биохимии, а не на основании рациональности и психологии. То есть на длительное и долготрывалое существование один с другим это не было рассчитано. Но это не приговор. То есть все равно в данном случае я, не всем, конечно, но помог нескольким парам остаться в отношениях. Но, конечно, и разводы тоже есть. Замечательный фактор то, что наличие детей является в данном случае во время карантина цементирующим фактором. То есть дети, наоборот, помогают родителям, ну, наверное, как еще один раздражитель, который позволяет отвлекать и канализировать свои эмоции. Ну да, эта проблема есть, и Китай не зря первым начал о ней говорить на весь мир, и в Украине эта проблема тоже существует. Ну, коли вже ми розпочали про дітей, давайте продовжимо цю тему. Я знаю, що у вас їх четверо. Як ви справлялись з сім'єю, з дружиною, з цим карантином? Як діти реагували? Тому що, звісно, що не тільки на дорослих, але й на дітей впливає вся ця ситуація. Если говорить о моей конкретной практике дома, то до момента, пока не ввели вот это дистанционное обучение школьное, все было очень хорошо. То есть мы детей увлекали играми, мы детей увлекали совместным видом деятельности, самым разным, начиная от готовки еды, заканчивая до каких-то мероприятий, связанных с облагораживанием нашего пространства. А вот когда ввели вот это обучение дистанционное, вот тут начались проблемы. Почему проблемы? Потому что, во-первых, достаточно жесткий объем информации пошел детям, и, во-вторых, интернет не соответствует тому параметру, которым, хотя у меня как бы один из ведущих провайдеров, но объем, допустим, четверо детей, и все сидят сразу же в программах типа Skype или типа Zoom, и поток этой информации, он не в состоянии переработаться. И зависание, нервы, где-то пробой, где-то вообще срыв занятий. Вот тут начинаются нервы. И вот тут уже я вынужден был дома проводить вот на период обучения постоянную коррекцию поведения детей. Ну, поділіться секретом, що батькам робити тоді, коли вже, якщо ви проводили цю корекцію, то може декілька слів, що найперше треба робити батькам з дітьми? Да, ну, самий головний совет – це совет незабуваємого Карлсона – спокойствие і тільки спокойствие. І що головне в цьому необхідно, щоб батьки розуміли, що да, вы сейчас удаленно работаете, ребенок находится тоже в сети, разговаривает с учителем, и что-то не получается, папа, иди нажми эту кнопку, папа, у меня все зависло. Да, приходится, это ваш ребенок, приходится отвлекаться от работы, заниматься им. Вот это надо делать спокойно, желательно, еще и с юмором, не всегда получается, и у меня в том числе, но тем не менее, это нужно делать. И безусловно, очень важно не появляться в это время в камере ребенка, как это было во многих сетях распространено, когда родители, простите, в труселях проскакивают мимо камеры, это тоже позитива ни вам, ни ребенку не доставит. Ну, а технические вопросы, конечно, решить вы дома не сможете, поэтому оптимально, ну, не реагировать отрицательно на то, что вы изменить не можете. Так, дорослим складно, непросто. І як же нам переходити до соціального життя, коли вже ми виходимо з карантину? Як бути на роботі? Да, ну, во-первых, людям треба вспомнити, де вони працювали і з ким вони працювали. За півтора місяця ці навики могли бути втрачені. Ну, коли воспоминання приходять, і все-таки ті лица, вспоминаю Арнольда Шварценеггера в фільмі «Вспомнить все», коли ви вспоминаєте і вже приходите, важливо. Это взаимоуважение. То есть, как мы уже с вами решили, и это не только мы решили, это решили, в принципе, в мире, что мир разделился на две категории. Одни — это противники карантина, вторые — это те, которые говорят, что да, все должны быть на дистанции, все должны быть в масках, в противогазах. Mm-hmm. Кстати, у меня есть... Это две половины. Да, у меня есть пациент, который дома живет один, мужчина за 40 лет, и он дома ходит в маске и в перчатках. И это не патология. Но это не фобия? Нет, это не фобия, в данном случае у него нет, но
Я не думаю, что его кожные покровы от 24-часового ношения перчаток, и ну, я не думаю, что он меняет маску каждые 20 минут, очень не думаю, что это ему помогает. Я ему это все проговариваю, пытаемся работать, но пока вот так. Вот так, подобные вещи нужно уважать. Если человек хочет находиться в маске, ради бога, пусть находится. И друг на друга набрасываться, там, сними этот намордник, или же одень быстро маску, чтобы я не заразился. Вот надо быть стараться как можно более толерантным друг к другу, поскольку все равно мы работаем все в социуме. Если хочет человек в перчатках сидеть, да ради бога пусть сидит. Главное, что он остается в общении, что он позитивен, что он в состоянии выполнить ту работу. Приветствие, да, вот это тоже очень важно, особенно для мужчин. Ну, девушки, как правило, они друг другом без касания приветствуются, ну, в редких случаях, ну, там, что, обнимашки, да. Обнимашечки. Да, ну, у мужчин все-таки пожать друг другу руку более принято. Не хочет мужчина пожать руку, ну, можно кулачком, можно кто-то локтем, можно, ну, просто можно просто помахать или там какой-то жест сделать, не вопрос. То есть, ну, ко всему можно прийти, вот эти вот социальные ритуалы, их можно обновить и их можно ввести в каждой компании свои. Вот. Но однозначно, что входят в нашу жизнь новые ритуалы, это ношение маски в метро, в транспорте, в закрытых помещениях. Да, с этим приходится мириться даже тем, кто является противником. Mm-hmm. Потому что если вы без маски входите в метро, скорее всего, вас не пустят. Если вы заходите в магазин, то тоже вас, скорее всего, не пустят. Вот, к сожалению или к счастью для кого-то, эти ритуалы вошли, их надо выполнять. Mm-hmm. А вообще адаптация к работе пройдет хорошо. Почему? Ну, мы же из отпуска все выходим. И так или иначе адаптируемся. Так, да. А здесь еще плюс большой. Появляется источник материальных благ, которые за полтора месяца он был вне зоны досягаемости. От, до речі, що з цим робити? Коли люди втрачають роботу, втрачають фінанси, закриваються їх бізнес-фірми, що робити оцим людям, які дійсно, як кажуть, прогоріли, втратили щось, впадають в відчай? Що їм робити? Що ви порадите? Ну, для начала я бы посоветовал бы нашему правительству что-то сделать для того, чтобы люди этого не теряли и людей компенсировать, как это делают, ну, например, в Германии. Даже гражданам Украины, которые там имеют вид на жительство, им компенсировали в размере от 9 до 12 тысяч евро. Uh-huh. То есть, если бы наше правительство в состоянии было это сделать, я думаю, проблем было бы значительно меньше. Uh-huh. То есть, государство должно быть для народа, а не государство для государства. А уж если отсечемся, ну, на самом деле у нас позиция такая, что в нашей стране, что государство создано для каких-то своих целей, а народ живет сам по себе. Так вот, тому народу, который живет сам по себе, это где-то, по моим подсчетам, 40 миллионов, то вот им я бы очень бы посоветовал, тем, кто попал в ситуацию, когда налоги, аренда, продукты вышли из строя, потому что время, нельзя запускать посетителей, потому что карантин. Задача одна – менять род деятельности на тот, который будет приносить хоть какую-то материальную помощь. Или же просто идти в найм вот тем бизнесменам, которые прогорели, к сожалению. Можно сколько угодно посыпать голову пеплом и говорить, что ай-яй-яй, все плохо, но жить надо, дальше двигаться надо. И других путей получения материальных ресурсов, кроме как работать, законных нет. Поэтому надо идти работать. Але багато людей тікають від цієї ситуації, тікають подумки, тікають кудись. Як ви вважаєте, коли от наслідки такої втечі від реальності, вони нормальні, вони допомагають, чи правильно тікати від такої ситуації, яка у нас зараз? Це неправильно, це естественно. Потому что, да, человек, как и страус, иногда ему проще опустить голову в песок и спрятаться. Uh-huh. Или в ракушку uh-huh. забиться. Да, но это больше инфантильная реакция, потому что человек, который несет ответственность за себя, за своих близких, и понимает, что в этой жизни надо двигаться дальше и работать, они достаточно легко перестраиваются. Uh-huh. А вот тем людям, которые начинают прятаться или впадать в депрессию, или получать панические атаки от этого, uh-huh. туда, конечно, я рекомендую сходить к психологу и получить помощь специалистам. До речі, про панічні атаки. Як це відбувається? Що ви можете підказати тим людям? Звідки це виходить із людини? Що є такого, що вона може, в принципі, вилікувати? Це ж хвороба, вважається, в принципі? Ну, чи вже... Нет, если к панической атаке прикреплен еще психиатрический диагноз, то тогда, конечно же, это уже надо лечить с помощью медикаментов. Uh-huh.
и с помощью специалистов. Если же паническая атака это время от времени случается и со здоровыми людьми, то здесь, конечно, до медикаментов, ну разве что валериана, пустырник и подобные седативные препараты, на которые не надо рецептов и которые, в принципе, в свободном доступе, их можно применять, но далеко не всем они помогают. Что я рекомендую? Ну, во-первых, что такое паническая атака? Паническая атака — это производная физиологии организма на стрессовое воздействие. Стрессоров много, они разные, их психологи знают три категории. Это физические, это наблюдаемые органами чувств и виртуальный. Записываю. Да. Самое опасное — это виртуальный стресс, которого не существует в природе, но который человек в своем создании уже надумал. На самом деле воздействие на организм у этих всех стрессоров в принципе одинаковое, за исключением там интенсивности. Хотя бы как пример, это появление стигматов или ожогов силами воли. Да, это то же самое, надуманный стресс, который вызывает физиологическую реакцию в организме. В данном случае есть средство, которое называется психологический анальгин. Он снимет паническую атаку, а паническая атака — это резкое повышение давления, это резкое повышение частоты сердечных сокращений, проблемы с дыханием, то есть они могут усилиться, могут снизиться. Это страх смерти, который, в принципе, вызван вот этими физиологическими изменениями. Это резкое потовыделение. Это вполне возможно, что нарушение координации опорно-двигательного аппарата на какой-то промежуток времени. Против этого есть хороший психологический анальгин. Сразу оговорюсь, что, как и нормальный анальгин, это не действует на проблему, это действует на симптомы. Это снимет только всего лишь на короткий промежуток времени. Но я чаще всего советую, барышням, к сожалению, это мало подходит. Почему? Потому что макияж на лице. Это умыться холодной водой. Когда рецепторы лица сталкиваются с холодной жидкостью, мозг начинает отвлекаться, мозг начинает думать, что-то там не то происходит. И уже мысль о надуманном стрессе уходит в сторону. Подобное может, в принципе, подобные реакции — это продышаться, пойти или прохладным воздухом, или лесным воздухом, если лесным, озерным, если такое есть рядом. Это короткая физическая нагрузка интенсивная, которая тоже, в принципе, она просто переводит организм и мозг в другой ресурс, он понимает, что надо что-то происходит, надо что-то с этим делать. Это также может быть разминка руками, на руках тоже очень много рецепторов, четкие шары, вот сейчас модно катать шары, они разные бывают, бывают эбонитовые, бывают можжевельниковые, бывают шунгитовые. Для психолога не важно, какие шары, важно, чтобы рецепторы пальцев были задействованы. Просто отвлечь мозг от того, что происходит. Ну, це, напевно, допоможе і тим, хто інколи думає про суїцид, бо дуже багато таких випадків зараз відбувається. Простите, якщо чоловік склонен к суїцидальним попиткам, вот этот анальгин поможет мало. Тут скорее нужна внешняя помощь. Не обязательно психолога, нужна внешняя помощь близкого, который увидит, что у человека, любому суициду будет по разным срокам будут предшествовать определенные маркеры, которые могут говорить о том, что с человеком что-то не так. Чаще всего это не менее чем 2 недели. Спонтанные суициды встречаются реже, чем планируемые. И вот когда эти маркеры пошли, а маркеров много, это уход в себя, это раздача своих вещей окружающим, это упоминание смерти, это попытка прописать что-то наподобие предсмертной записки. Вот если такое происходит, то, конечно, здесь надо близким бить тревогу, надо идти помогать, надо привлекать специалистов, потому что это может закончиться все очень плачевно. Вот здесь психологический анальгин вряд ли будет работать. Тобто, коротко, як допомогти собі, якщо в мене депресія, от як допомогти самому собі? Що ви порадите глядачам на сам кінець нашої програми? Во-первых, найти тот вид деятельности, который вам интересен и который отвлечет ваше внимание. Если вы в глубинной, в глубокой депрессии, это уже к психиатру, конечно, надо идти. Если вы чувствуете, что у вас апатия, это симптомы депрессии, что у вас нарушение сна, нарушение аппетита, это тоже симптомы депрессии, что у вас резкое снижение трудоспособности, тоже симптомы депрессии. Во-первых, если все это вместе, то, может быть, стоит сходить к врачу. Если вы к врачу идти не хотите или боитесь, то тогда надо заняться тем видом деятельности, который вам приносит удовольствие, которым вам интересно заниматься, хобби. У всех он разный. У кого-то это животные, у кого-то это компьютерные игры, у кого-то это вышивание крестиком, у кого-то это занятия спортом. Как правило, эти занятия отвлекают от депрессионных воздействий, от депрессионных состояний, и человек выходит. Или же близкие могут помочь, например, если вы любите свою супругу или супруга, или детей, очень помогают.
Щиро дякую. Спасибо, що ви до нас завітали. А нашим глядачам я хочу сказати, що зовсім скоро карантин закінчиться, а ваша нервова система залишається. Тому бережіть себе і своїх рідних. І сьогодні гість студії Дмитро Попов дав багато корисних порад. Тому далі все залежить від вас. Зараз з'явився час переоцінити, що є важливим для вас. Усвідомити, що життя не буде як колись. Воно вже інше. Треба жити далі, коли ми вийдемо з цього шторму. Ходіть здоровими, усміхненими і щасливими. І попри все, що зараз відбувається, щодня піклуйтесь про психологічний і екологічний стан душі.